Привет! Я решил сделать быстрый урок по выборочной игре медиатором. Это термин, которым я называю способ звукоизвлечения на гитаре. Отлично развивает координацию правой и левой рук. Если я хочу сыграть три ноты подряд, то вместо «раз, два, три» я играю «хаммер-он» на «раз» левой рукой, а «два» и «три» — медиатором. Получается так. Вот такой прием. Я играл так в песнях Cascade и Inner Assassins. Это основа многих рифов. Первым примером будет прикольный риф в ми миноре. На основе этих аккордов звучит так. Парочка советов. Чтобы затащить этот риф, начинай с медленной скорости. Хаммер-он не просто сыграть, особенно при высокой скорости. И так понятно, что скорость нарабатывается с медленных темпов. А что касается звука, я выбрал раздельный хамбакер. Если у тебя пятипозиционный переключатель, я бы выбрал вторую или четвертую позицию для сингл-звукоснимателя. Крутой вайб. Можно сыграть это с хамбакером и с сустейном нот, но мне больше по душе приглушенный звук раздельного хамбакера. Добавил немного компрессии. Для этого видоса использую осциллог Фридман BE-100.